такое возможно? Просто не верю. Я очень внимательно смотрел, как он пытался взять вес. Пытался увидеть, что он такое делает. И я был поражен. Поражен, потому что он действительно взял этот вес. Удивительно. Совершенно невероятно. Даже Уэйну это едва удалось. Невероятно. Это надо видеть своими глазами. Когда смотришь по телевизору, думаешь, что все это спецэффекты. Я никогда не видел ничего подобного. Это какая-то мистика. Далее в программе. Это пугает. Это удивительно. Черт побери. Это невозможно. BBC Radio One и это Скотт Милл. Все с нетерпением ожидают появления Динамо. Динамо — невероятные легенды.